Избавить казахстанцев от аллергии планируют молодые отечественные ученые. Об этом они заявили во время первого международного форума «Асфенфорум. Новое поколение 2023». Он прошел в Алматы и собрал более 800 людей науки из 20 стран мира. Большая часть населения страдает от аллергии именно на полынь, говорят специалисты. Это и стало причиной разработки новой вакцины. Она сейчас находится на пятой стадии технологической готовности из 9 возможных. С ее помощью аллергики забудут о своем недуге навсегда, уверяют ученые. За один месяц вы будете готовы полностью к аллергическому сезону. Это очень, я бы сказал, такое большое достижение не только для казахстанской науки, но и в целом и в мировом масштабе. Мы провели огромное количество экспериментов на лабораторных моделях. Да. Страдающих очень много людей. Все мы знаем, как это влияет на качество жизни. Да. Хотелось бы как бы внести свой вклад, облегчить их жизнь. Свою разработку бизнесменам и инвесторам в рамках форума представили и ученые Центра патологии сосудов Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Они презентовали проект профилактики и лечения инфаркта и инсульта. Новое устройство позволит полностью отказаться от стентирования артерий и шунтирующих операций на сосудах. Это позволит продлить жизнь пациента на 10-15 лет, уверены ученые. К слову, во второй день форума диалоговую площадку по интеграции науки и бизнеса организовали члены Фонда науки. Лучшие научные разработки получат государственную поддержку в размере до 350 миллионов тенге. По сравнению с аналогами в мире, наша продукция превосходит по 7 важнейшим показателям. По цене, по функциональной возможности, по минимализации технологической линии производства. Таким образом, коммерциализация данной методики производит очень огромный прорыв в здравоохранении. Самое главное – помощь людям, долголетие